Ну, во-первых, для ленинградцев несколько дней победы. Три, собственно говоря. 18 января 43-го. 27 января 44-го. Ну и, конечно, 9 мая. Мне, как ленинградцу, прожившему в городе во время блокады все 900 с лишним дней, День Победы, да и предыдущие два, очень дороги и всегда вызывают какие-то очень иногда даже сентиментальные воспоминания. А вот салют 9 мая, это был, конечно, действительно салют Победы, который нашел отклик во всех сердцах. Люди обнимались, люди плакали, люди танцевали на улицах. Это, конечно, был ликование. И действительно, День Победы не только армии над вражескими полчищами, но и победы духа тех людей, которые пережили эти тяжелые годы. Мы собираемся на памятных местах в памятные даты Великой Отечественной войны и говорим о событиях, людях, называем имена, устанавливаем памятники погибшим и выжившим. Мы сохраняем честную память и передаем ее другим поколениям в надежде, что ужас войны, голод блокады, страх потери любимых останется в слезах участников тех событий, и нам выпала честь жить в мирное время. Врачи на фронтах, и студенты в блокадном Ленинграде, и открывшиеся кафедры в эвакуации – это первый Ленинградский медицинский институт в годы Великой Отечественной войны. Более 70% раненых были возвращены в строй советскими медиками, и это часть нашей победы. Главными хирургами фронтового уровня были назначены профессор Юстин Юлианович Джанилидзе в военно-морской флот СССР и профессор Петр Андреевич Куприянов на Ленинградский фронт. Профессор Дмитрий Герасимович Рохлин стал главным рентгенологом Первого Украинского фронта. Владимир Михайлович Уваров – главным стоматологом военно-морского флота. Ассистент Лазарь Рувимович Балон – главным стоматологом Карельского, а затем Первого Дальневосточного фронтов. Андрей Александрович Кьянский был главным челюстно-лицевым хирургом Ленинградского фронта. Вильгельм Фомич Ундриц – главным отоларингологом Ленинградского фронта. Доцент кафедры психиатрии Коган – главным психиатром Третьего Белорусского, а затем Третьего Прибалтийского фронтов. 11 профессоров входили в клиническую группу консультативного бюро при военно-санитарном управлении Ленинградского фронта. 347 медсестер и 1338 врачей ушли на фронт. Там были почти все выпускники 41-го года, студенты 5-го курса и студенты, перешедшие на 5-й курс, выпущенные со свидетельством о досрочном окончании института без экзамена зауряд врачами. Мобилизации на фронт персонала института продолжались весь период войны, но самыми массовыми они были в июне-августе 41-го года. Уже осенью 1941 года Ленинград, по сути, стал фронтом. В конце сентября в парке перед поликлиникой упала бомба и чудом не взорвалась. В 1987 году на том самом месте был открыт памятник погибшим медикам. На ежегодных митингах выступали участники войны.
Я сама вот только сейчас узнала, что оказывается, приехав в Войбакало 9 февраля 42 года, мы были всего в 1,5 километров от линии фронта. Нам вступали раненые прямо с поля боя. И вот если бы эти 1,5 километра немцам удалось бы преодолеть, не было бы никакой дороги жизни, не было бы продуктов в городе, и неизвестно, какая была бы судьба Ленинграда, а стало быть, и какая судьба Москвы. Мне хочется, чтобы молодое поколение побольше читало. Понимаете, все рассказать невозможно. Нужно прочитать и прочувствовать, и побывать на тех местах, где были бои. Вот когда человек это видит, он это запоминает на всю жизнь. Благодаря постоянной работе главных и районных специалистов массовых санитарно-гигиенических мероприятий, Ленинград оказался единственным известным мировой истории городом, в котором во время блокады не было эпидемии. Страдания, связанные с недоеданием, многообразны и получили название алиментарного истощения или алиментарной дистрофии. Алиментарная дистрофия поражает в первую очередь мужчин, но заболевают ею также женщины и дети. Больным надо предоставить 4-6-недельный отдых и лечебное питание. Питание этих больных должно предусматривать увеличение обычного пайка на 50%. Суточный пищевой паек должен содержать не менее 80-100 граммов полноценного белка. Кроме рыбы, подвоз которых может быть затруднен в военное время, целесообразно включать более доступные белки – казеин и сою. При правильном лечебном питании результаты весьма быстро сказываются. Больной через 2-3 недели выздоравливает. Меня поразила одна очень ценная фраза, вот ее можете вставить, если хотите, из письма профессора Тушинского его сестре из блокированного города. О блокаде нельзя рассказать. Ее надо пережить. Вот то же самое я могу сказать о войне. О войне рассказать нельзя. Ее пережить надо. Я помню, уже мне 15 лет было, я помню, как почти все, не только женщины, даже мужчины плакали, радовались и плакали. Это День Победы. И еще одно. На третий или четвертый день после объявления Победы по радио была передача. Выступал врач, выпускник нашего института, который закончил за 3 или 4 года до начала войны наш институт. Во время войны он был на фронте. Он рассказывал, как он помогал раненым, сколько ранено было им вылечено и возвращено в строй. И вот тогда я решил, что я стану медиком, но обязательно поступлю в наш институт первый медицинский, что я и сделал. Поступил в 49-м году в наш институт, закончил его, и вот до сих пор работаю в этом величайшем высшем учебном заведении нашей страны.